В преддверии Дня инвалидов, который отмечается 3 декабря, в правительстве региона обсудили ряд проблемных вопросов, которые напрямую касаются людей с ограниченными возможностями здоровья, доступность учреждений культуры и бытового обслуживания. Кроме того, говорили на заседании о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья, которые хотят, но не могут по каким-либо причинам найти желаемую работу. Хотя, как показывает практика, при индивидуальном подходе к человеку все проблемы решаемы. И в этом вопросе у руководителя комплекса социальной сферы Ирины Эрмиш четкая позиция. Прекращайте формально подходить к этим вопросам. Вот каждого человека с ограниченными возможностями здоровья вы прорабатываете и отрабатываете возможность его трудоустройства в индивидуальном порядке. У вас все службы занятости на это нацелены. С вашей стороны контроль и спрос должный.